Далее информация о заболевании коронавируса на сегодняшний день. Информация из Словечской больницы, первичное обращение с признаками острых респираторных заболеваний 5, из них двое детей, пневмонии 2, обнаружен еще один случай подозрения на COVID-19. Материалы на анализ направлены в город Чернигов. Информация по анализу, который был взят 6 апреля, результат анализа негативный. Подтвержденных случаев коронавирусных болезней в Славутичи нет. Далее информация по заболеванию COVID-19 по Украине на 8 апреля. 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 35 пациентов выздоровело, 52 умерли. За сутки количество заболевших коронавирусом поднялось на 206 человек. По Черниговской области заболевших 7 случаев. Наибольшее количество заболевших по Киеву – 256 человек. Приоткрыта занавес над нулем заболевших коронавирусом в Николаевской области. Журналисту прямого канала отказали в расширенном интервью о борьбе с коронавирусом в Николаевской области. Ну, а дальше можете догадаться. По всему миру заболевших коронавирусом 1 441 128 человек. Каждый четвертый заболевший из США. Всего в США заболело 400 549 человек. В Туркменистане, в слово коронавирус 31 марта запрещено к употреблению. Парад 9 мая в Беларуси состоится в обязательном порядке, независимо от коронавируса. Кроме того, президент Беларуси собирается утром посетить московский парад. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. И о коронавирусе с улыбкой. Если у вас есть время, а также запас туалетной бумаги, вы можете воспользоваться этим следующим образом. Попробуйте повторить этот трюк. Получите массу удовольствия.